Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий, и это 8-й эпизод по прохождению Resident Evil на второй части, ремейк, компания за Леона Кеннеди. Уровень сложности хардкор. Так, продолжаем исследовать особняк, но у нас тут есть одно, я бы сказал, даже большое но. За нами охотится тиран. Вот. Охотится тиран. Причем он так настырно нас хочет поймать, убить, так как тиран запрограммирован уничтожить всех сотрудников Старс, и он ни перед чем не остановится. Я вычитал такую информацию, что разрабы, короче, говорят, что с тираном нет смысла сражаться. Это пустая трата патронов, аптечек, короче, времени. Он бессмертен. Вот. Сделали его для того, чтобы мы почувствовали себя зажатыми. Почувствовали эту безысходность. И нам нужно, короче, исследовать, продолжать полицейский участок, но делать это в темпе вальса, короче. Все быстро. Взяли мы ключ крести еще. Так. Там крат получается. Правильно же, да? Для домкрата эта штука. То, что она похожа на ручку для домкрата. Ручка от домкрата. Угу. Нужно, короче, отправляться в библиотеку к домкрату. Так, гранатка. Отлично. О, слышу его, слышу. Где-то он тут шарится неподалеку. Ой-ё! Ой-ё! Неподалёку, говорю! Пипец! Так-так-так-так-так-так-так-так. Валим-валим-валим-валим. А здесь у нас лизун! О боже! Бегом-бегом-бегом-бегом-бегом! Жесть! Фу! Отлично! Выбрались! По крайней мере, лизун нас не цепанул. Так, теперь надо как-то избавиться от нашего приставучего друга. И заняться домкратом. Пипец. Давай, 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 успеем. Успели. Отлично. Так. Это было жестоко. Сейчас жестоко. Чуть не попались. Так. Окей. Окей. Бежим тогда сюда. Где-нибудь спрячемся от него. Жесть. Так, мы будем долго от него избавляться. Так. Что-то вроде как тишина, да? Вроде утихло.
Куда он свалил, интересно? О, жесть. Просто полная жесть. Помните, да, в первой части мы видели первую версию тирана. Вот. Там как бы он был такой послабее. Его быстро завалили. Потом в конце мы с базуки долбанули в него, он разлетелся на кусочки. А эта версия тирана, она... О! Черт! Эта версия тирана, она, короче, усовершенствована. Вот. У него есть точный приказ, точная цель. Он идет к ней. Хотя я вот не понимаю, почему он за Леоном охотится. Леон же как бы он новичок. Он только-только прибыл в управление Старс. Это первый его день. Вот. Почему тиран так усердно хочет его замочить, я вот не понимаю. А еще больше я не понимаю, как бы в оригинале тоже был тиран, но он не настолько настырный был. Вот. И вот я не понимаю, почему... Ладно, ладно, Леон, понятно, он Старс, короче, да? Хоть и первый день, может, как бы успели запрограммировать его на это. Блин. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, окей, давайте туда. Снова делаем тот же трюк. Убегаем его. Давай-давай-давай-давай-давай. Вот, я не могу понять за Клэр, почему он гоняется. Она же вообще никто. Она простая студентка, которая приехала искать брата. Она вообще как бы ни при чем. Она не Старса там. Вот этого я не понимаю. Так. Отлично. Бежим в библиотеку, короче. Пока он там застрял. Быстро делаем себе мост. Быстро, быстро. Есть. Так, отлично. Давай, 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 Леон. Ну, в темпе вальса, ну. Соберись. Ты же хочешь выжить? Так что давай. Поторопись-ка. Ну, молодец. Отлично. Так. Нам главное не шуметь, не привлекать внимание тирана своими шумами. Топотом. Так. Мы очутились, короче, на этаж выше еще. Самый высокий этаж полицейского участка. Блин. Зомбари. Так. Что здесь у нас? Ага, сюда нужно ставить шестерню. А шестерню мы не взяли. Ну ладно, придется возвращаться. План ремонта. Место — часовая башня в западной части полицейского участка. Ввиду высокой исторической ценности колокола, мне пришлось доверить его ремонт специалисту.
Подробностями поделюсь, когда он прибудет, а пока просто закреплю колокол, потому что хомут вот-вот треснет. Угу. Опа. Друзья. Коробочка с деталью от электрощитка, которая нам нужна. Окей. Нужно делать что-то в часовне. Ну, по крайней мере, не то, что здесь что-то еще надо вставлять. Хм. У нас только одна деталь. Шестерня. Получается, нужна еще одна шестерня. Так, еще тут дверька. Ладно. А, ну, в принципе, больше здесь некуда, да, идти. Только в ту дверь. Окей. Давайте посмотрим, что здесь. Так. Ух ты. Какая большая баночка пороха. Только посмотрите на это. Прикол. О, мистер енот. Отлично. Надеюсь, я выстрелом не привлек тирана. А не то здесь такая это замкнутое пространство такое. Так, окей, нам нужно найти, короче, шестеренка одна есть, нам нужно найти вторую шестеренку. Итак, давайте, наверное, куда отправимся? Так, здесь у нас еще траву надо сейчас взять. Ящик шестеренкой, ящик шестеренкой. Так. Здесь черви у нас, синяя трава еще на балконе. Ключ-крестик где-то еще я видел. Здесь, на первом этаже. Да, на первом этаже. На первом этаже. Комната наблюдения. Печатная. Сточный офис, туалет. Так. Угу. Понятно, куда нам надо двигаться. Берем траву. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Угу. Еще одна дверь. О-о-о-о! Воу-воу-воу, черт! Блин! Блинский. Пипец, тварь, а! О, черт! Его только не хватало. Давай, 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 оббегай. А, черт! Опа, а там зомбарь, тут зомбарь, там зомбарь. О, господи. Шел вон. Есть. Фу, ослепили. Жесть. Полный трэш. О, черт. Как такое возможно, а? Бегом, бегом, бегом. О, он сбросил зомбака. Чё за трэш? О, так, окей. Окей, окей, окей.
Он сбросил зомбака. Пипец. Оу, черт! Как так-то? Как он здесь очутился, блин? Тварь. Вот тварь. Так, что нам надо? Да что за подзагрузки-то, блин? Твою мать, а? Вечно не вовремя. Так. Давайте его обдурим. Так, он идет по лестнице. Это полный трэш просто, он нам не даст покоя. Как от него избавиться? Я понимаю, все, да, он должен преследовать, но не такой, не до такой степени. Так, окей, ладно. Надеюсь, здесь мы где-нибудь от него спрячемся. Так, здесь у нас черви. Ну открывай давай дверь, ну, не тупи. Окей, отлично. Так, ключ можно выбросить. Да нахрен мне объединять-то? Вообще просто. Из-за нервика я, блин, вообще не знаю, что я нажимаю. Так. Зомби тут в интересной такой позе лежит. О! Отлично, еще порох взяли. Все, больше нет ничего. Отчет от конфискации. Дата 14 августа 1998 год. Место комнаты ожидания, второй этаж. ПРС. Причина конфискации. В обозначенном месте был обнаружен подозрительный мужчина. После обращения офицера он попытался прикинуться растерянным, но был задержан. При нем была найдена записка. Замечание. Мужчина хорошо нам знаком. Это Джастин Хансен. 39 лет, житель города, холост, не раз оказывался за решеткой. Нельзя сказать, что он последний негодяй, просто ярый клептоман. Хотя попытка что-то стырить из полицейского участка – это что-то новенькое. Отчаянный парень. В пластиковом пакете лежит бумажка. Так, пароль от сейфа, друзья. Отлично. Запоминаем. 6 влево, 2 вправо, 11 влево. Окей. Так, я надеюсь, он не зайдет в эту комнату. Мне бежать здесь некуда. Коробочка. Украшенная коробочка. Сюжетный предмет. Крышка изысканной коробочки украшена драгоценными камнями. Похоже, внутри что-то есть. Так, друзья, мы помните, да, мы взяли драгоценный камень один. И вот как раз отверстие получается для него. Окей. Теперь нам по-любому надо добраться до ящика. Патроны, отлично. Так, а нам некуда. Давайте съедим тогда травку. Подлечимся. Отлично. 13 патронов. Нормально, а мы еще и бегаем с пистолетом, с пустым.
Окей. Так. Еще печатная лента. Это здорово. Печатная лента тоже нужна. Так. Ключ черви, главное. Ха, нормально. А мы в эту комнату так попали. Зачем тогда? Зачем так делать? Так. Ну что, нам надо, короче, нам надо к сейфу. Где эта тварь? Где эта тварь синемордная? Где этот синяк? Оу, черт! О нет, он сюда идет. Вы это видели? Вам не кажется, друзья, чем-то запахло в воздухе? Похоже, очередной кучка кирпичей. Я пипец обделался. Жесть. Вот тварь. Так. Окей, ждем, пока утихнут шаги. Все, он ушел. Да что за... Да ну нафиг, он опять идет сюда. Он даст нам выйти или нет? Или он не здесь, он сверху? Где эта тварь? Где он ходит? Он наверху, наверное. Так, окей. Что это за комната? А, да ладно. Да ладно. Я понял, что это за комната. Жесть. Просто жесть. Он не дает нам прохода. Вообще. Вообще не дает нам прохода. Так, давайте подойдем. Сбросим все, что нам не нужно. Так, хранить. Это хранить. Это хранить. Так, красный камень, окей. Шестеренку сразу берем. Отлично. Жетон Старс. Так, зачем нам этот жетон? Жетон спецназа полицейского управления Raccoon City Stars. Сюжетный предмет. USB ключ в виде жетона. Ого-го, друзья. Мы взяли флешку. Флешку. Нам нужно будет отправиться обратно. Вот этот. А. Убрали. Кабинет Stars. Там, кстати, у нас енот еще не убитый. Так что надо будет... Так, давайте вернемся к сейфу. Да ладно! Твою мать, а! Он отстанет от нас или нет? Сколько можно? Вот салочки, да, с этим титаном? Тираном. Титаном.
просто жесть. Так, чувак. А чё, он там споткнулся, что ли? Ладно. Валим, 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 валим. Не знаю, местечко, как от него избавляться. Ну, конечно, стену он пробил жестоко, просто жестоко. Я аж обделался, блин. Так, чел, давай, уходи. Нет здесь никого. Ку-ку. А, боже. Ладно, ладно. И по старой схеме. Жесть. Просто жесть. Знаете, у меня такое это ощущение дежавю. Ну а что делать? По-другому никак. Открытая местность в таких вот местах. В таких вот коридорах его не обижать. Так, окей. Быстро, пока он там бегает. Так, 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 так. Какая у нас там комбинация? 6. 6 влево. 6 влево. 2 вправо. И 11 влево, да? Вроде так. Окей. Отлично. И что у нас дульный тормоз, Матильда? Снова апгрейдим Матильду. Так, деталь для Матильды уменьшает отдачу его от ствола путем отвода от него пороховых газов. Вот это хорошо. Отличная вещь. Смотрите, у нас какая Матильдочка теперь крутая. Так, валим теперь. Теперь валим, короче, в офис Старс. Валим туда, короче. Блин, этот чувак там стоит. Воу-воу-воу. Марвин, блин, стоит у дверей. Марвин, извиняй. Я покончу с этим, лейтенант. Обещаю. Зато Марвина избавили от мучений, короче. Как мы и обещали. Не с первого раза, правда, но... Как получилось, блин. Ух ты, лизунчик вылез. Фу. Ну, вроде можно выдохнуть и передохнуть немножко. Хм, тиран вроде отстал от нас. Надеюсь, это надолго. Аккуратненько, здесь у нас где-то лизун. Типа где? Фиг его знает. Ладно. Так. Мы пришли. Где у нас тут? Енотик. Есть. Отлично.
Крутяк. Пушечка новая. Так. Письмо членам Старс. Классным ребятам из Старс. Ну как вы там в старом сыром участке? Еще не прогнулись под старину Айронса? Как у меня дела? Я только со свиданки с горячей цыпой. Думаю, не стоит объяснять, чем мы там занимались под ее громадным зонтиком. Европа – отличное место. Одного месяца не хватит даже и на сотую ее часть. Может быть, я продлю отпуск еще на полгода. Барри, даже не думай о том, чтобы приехать ко мне. Ты же не хочешь, чтобы дамочки плакали, да? Так что оставь их мне. Джилл, если будешь общаться с Клэр, скажи ей, что все отлично. Крис Редфилд, 29 августа. Ага. Значит, братиш Клэр занимается всякими непристойными делами в Европе в отпуске с дамочками. Громовой ястреб. Так. Громовой ястреб, револьвер. Но чё-то он на револьвер не похож, да? Или я что-то не понимаю? Револьвер же он, по идее, должен быть с барабаном, нет? Семизарядный револьвер калибра 50 АЕ. Затвор работает на отводе газов, чтобы что обеспечит ему как огневую мощь, так и точность. Так. Ну, здесь, видимо, все, да? С этим закончили. О, бубновая дверь, а я ее искал. Так, отлично, можно выбросить. Можно выбросить. Так, еще порох. Это радует, пороха мы набираем. Это очень радует. О, переносной сейф. Переносной сейф. Снова головоломочка. В прошлый раз что мы нашли в этом сейфе? Кнопку, да? Я полагаю. Кнопочку. Так, надо разобраться. Так. Нет, так. Нет, так. Так, отлично. По новой. Так, 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 нет, так, 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 нет, так, 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 нет. Короче, вот таким подбором мы сейчас. О, отлично. Таким вот подбором мы сейчас подберем комбинацию. Отлично. Отлично. Так. Что-то я уже забыл. Так, так. О, я подзабыл. Так. Что за бред? Так, так, так. Так, окей. Какая-то из этих теперь. Нет, так, так. Я тупарь, а? Что ты будешь делать-то? Так. Я уже нажимал на эту кнопку. О, отлично. Какая из этих? Да блин. Так. Что за бред? Так. Какая из этих идет? Я забыл. Так.
Так, о, отлично. Отлично. Я же говорю, кнопка. Окей. Возвращаемся, короче. В то место. Блин. Идет сюда. Твою мать, а. Когда-нибудь от нас отстанет или нет? Еще зомбарь здесь. Вот нафига он его сюда скинул? Ублюдок, а? Так, что убрать-то? Давайте револьвер уберем. Поставим его на сильных врагов. Да чтоб тебя, ну! Везде засада. Все делаем по-быстрому, все делаем по-быстрому. Использовать. Так, какая у нас там комбинация? 100, 103. Да нет, 103. Отлично. Ножик, 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 ножик. И 203, да? 203. Блин, напряженная серия, напряженная. Ничего не скажешь. Пипец. Бегом. Ай-яй-яй. Фу. Так-так-так-так-так. Собирай ножик быстрей. Вали. В соседнюю дверь. Йо! Пипец. Че за трэш, блин? А-а-а. Аптечку, аптечку, аптечку. Фу, спрей. К чертовой матери спрей. Беги, Леон, беги. А-а-а. Мать твою. Куда-нибудь уже. Так, 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 так. Где-то двойная дверь. О, фак. Фу. Я чуть не обделался, блин. Так, нам нужно в библиотеку. По башню часовую. О, жесть. Друзья, у меня других слов просто нет. Просто нет других слов. На этот счет, блин. Так, короче. Делаем так. Идем в часовую башню. Вставляем шестеренку. Смотрим, что там происходит, если у нас ничего не получается там.
то идем сохраняться. Серия уже, блин, как раз должна подходить к концу. А у нас тут еще не все сделано. Так. Окей. О! Ништяк. Так. Я что, могу ее забрать? Вас я могу забрать. Так. Окей. Вот она, коробочка. Почти взяли. Почти забрали ее. И что? Маленькая шестеренка. Старая ржавая шестеренка, видимо, от какой-то машины. Так, маленькая, наверное, маленькую туда надо вставить, да? Давайте попробуем. Большая сюда по-любому не влезет. Так. Окей. А, да ладно, сюда не поставить. В смысле, нам наверх надо поставить, что ли? Вот замудрили, а? Ой, нашумели. Надеюсь, мне придется писать об этом рапорт. А, не придется писать об этом рапорт. Ой, нашумели. Сейчас по-любому придет. Просто так ничего не может быть. Нам в дальнейшем, наверное, все равно придется сражаться с тираном. По крайней мере, в оригинале с тираном пришлось сражаться. Ну, в конце, по-моему, уже игры. И там тоже кто-то, неизвестная личность, нам кидает базуку. Вот. Не знаю, как здесь будет. Мы убиваем его с помощью базуки. Так. Особая деталь для электрощитка. Отлично. Ну что, друзья, бежим сохраняться. Уйё! Мне что-то показалось, что этот тиран здесь был. Но он здесь и есть. Тут, он, вот он здесь. Он лезет. Окей. Так. Где же нам сохраниться? Я знаю где. Наверное. Наверное, я знаю где. Так. Здесь по-любому сохраняться мы не будем. Очень опасно. Очень опасно. Для сохранения. О,
Блин. Он забежит сюда, нет? Будет трэш, если он сейчас сюда забежит. Засранец, а? Топает, топает там. Здесь дверей больше нет, да? Ладно, окей. Так, давайте сохраняемся. Сохраняемся. Вот. И продолжать уже будем в следующей серии. Вот. А эту жесткую серию с догонялками, с этими. О, жесть. Я заканчиваю. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. А я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.